Дубовик – это гриб из рода боровиков. Чаще растет в дубовых рощах. В дубовой роще обосновались и участники одноименного фольклорного фестиваля. Около 360 волонтеров, музыкантов, ремесленников, освоивших секреты мастерства далеких предков, показали, как была устроена жизнь и 500, и 1000 лет назад. Здесь попадаешь в другое время, да не просто в другое время, в другую эпоху, да не просто в другую эпоху, в другой мир, а это мир наших далеких предков. И то, как они жили, нам сегодня очень было бы полезно знать. Впрочем, каждый находит здесь свое. Разве можно объяснить, что нас так тянет к былинам, средневековым гуслям, гудкам, бубнам? Чем-то они нам интересны. Что вас сюда привело, Анна? Нравится такая музыка, очень атмосферно. Разные костюмы, соревнования, музыка. Вот музыка особенно, она прям пробирает. Кому как, но здесь в первую очередь настоящая энциклопедия древней русской жизни. Вон сколько всего было тогда в быту. И все так просто, как вот эта кресала. Это штука, без которой из дома выйти нельзя. Как вы собираетесь разжигать огонь, как вы собираетесь греть себе еду? Зажигалка по-нашему тех лет. Мы очень отличаемся от людей 12-13 лет. Да, очень. У нас совершенно другую эпоху. У нас совершенно другое насыщение информации, совершенно другое отношение к социальной жизни, к религиозной жизни, к восприятию мира, ко всему остальному. То есть мы действительно абсолютно другие, и это неплохо, не хорошо, это так, как есть, это эволюция общества, в конце концов. При всех различиях нас многое объединяет. В первую очередь, сам дух народной жизни, что и отражено в фольклоре. Скажем, искусство скоморохов у всех на слуху, хотя многое подзабыто и потеряно. Но озорной дух остался. Это вот сейчас, вы вокруг можете посмотреть, это по сути традиция. А его наследие – это то, что вы каждый день по телевизору видите. Это те же самые скоморохи, шуты. Подчас мы по крупицам пытаемся восстановить картины прошлого, пытаемся примерить на себя костюмы и украшения предков, понять их психологию, их свершения. Но для этого надо прийти сюда, в эту тенистую дубраву. Фольклор – это целое искусство, это наука, ее можно даже назвать каким-то образом религией. Это люди в это верят, они восстанавливают быт, основы, прошлое, наше прошлое. Это предки, это наши корни. Мы должны помнить. Тот, кто не помнит своих корней, то не помнит свою историю. Зачем дальше жить? Конечно, фестиваль удался. И музыка здесь действительно пробирает. Через год вновь ждем гостей фестиваля с их новыми находками и открытиями. Они восстанавливают времен связующую нить. Сергей Берзин, Андрей Капустин, Первый Мытищинский.